Программа уникальная, потому что она разработана коллегами из Музея Москвы специально для клуба полезного досуга. Мы с вами, посещая занятия, интерактивные, лекционные, я уверена, будем параллельно с этим накапливать и формировать свой собственный опыт первых шагов, а у кого-то, наверное, не первые шаги в москвоведении. Формироваться этот район начал как городской в конце 15-го, в начале 16 века, потому что в 15 веке это загород. Даже еще в начале 16 века это загород. И нам сейчас это трудно себе представить, да, 15 минут ходьбы от Кремля за город, да, то есть насколько был мал средневековый город. Литература всегда связана с историей, с историческими событиями. И я считаю, что каждый москвич должен знать историю своего города. И вот эта программа как раз дает ту информацию, которая нам необходима. И прежде всего, чтобы грамотно и профессионально рассказать детям на уроках. Хотели преподать историю Москвы с разных ракурсов и с помощью разных образовательных технологий. Поэтому у нас будет 3 лекции, посвященные средневековой Москве в этом блоке, разным аспектам. 2 мастер-класса, в том числе мастер-класс по летописным бестиариям, например. И, да, археологический практикум, где уже наши коллеги-археологи познакомят учителей со своей работой, покажут, как работать с этим материалом и как его тоже преподавать дальше школьникам.